Сейчас перед администрацией города стоит задача сделать больше комфортных общественных пространств для прогулок. Парк в районе Кирова 116 благоустраивают по федеральной программе формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Ход работ проверил глава Владивостока. Этот сквер предполагался как сквер транзитный, у него есть несколько смыслов, помимо возможности пешеходного трафика, еще и возможность наблюдать за природой, вот есть там отдельная площадка для наблюдения за лягушками. Ну, это запрос жителей улицы Кирова. Основное, безусловно, для нас это создать тот комфортный, безопасный пешеходный трафик, который и был необходим здесь на территории. Строителям предстоит выполнить обустройство участка и смотровых площадок, провести озеленение, установить несколько арт-объектов, скамьи и элемент слуховое ухо для прослушивания звуков природы, а также оборудовать системы освещения и видеонаблюдения. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.